Всем привет, ребятки, с вами погнали, let's play, мы продолжаем проходить игру, как достать соседа, читы на отдыхе, погнали. К вечеру самодеятельности все очень долго готовились, долго репетировали, самое главное, чтобы все прошло как-то репетиции. А если все пойдет не так? Конечно... Все пойдет еще, ой, как никак. Ой, точнее, как не так. Так, что это у нас? Так, мы взяли яйца. Я, правда, не знаю пока для чего. Ну, я думаю, в процессе поймем. Так, осматриваем туда сумочку. А в сумочке у нас, как и в прошлый раз, нашелся перцовый баллончик. Так, опилки. Давайте заберем опилки. Я даже знаю, куда можно опилки засыпать. В цилиндр. Но делать этого сейчас я пока, конечно же, не буду. Так. Заберем стакан воды и бутылку с кетчупом. Что аж Сережка делать собрался? А, он жонглирует. Ясно. Вот теперь ясно, для чего нам яйца нужны были. Яйца можно заменить на эти шарики. Вот. Я уже понял. Ну чё, давайте. Давайте шарик смажем перцем. Для того, чтобы праздник был веселее. Наша девушка спускает салюты, как я понял. Ну. Так, пол. Или вода хороший проводник электрического тока. Так мы тогда ее нальем там, где этот самый ток. Логично. Не правда ли? Так. Так, добавляем туда опилки. А тут давайте глянем, что теперь. Почувствуй себя грязным. То, что правильно. Сначала было почувствовать себя магом, а сейчас почувствуй себя грязным магом. Так скажем. Наша соседушка уже начинает кашлять. Этого шарика. Да, сейчас он его лопнет. И все будет еще хуже. Хе. Так. Сейчас он, получается, пойдет проверять рычажочек тогда. Электрический. Так, ну мы вроде бы уже все приколы сделали. Мы ему фейерверк смазали. Кетчупа. Добавили яйца вместо этой вот шайков для жонглирования. И туда, куда он сейчас идет, мы туда тоже налили воды, так что и там его ждет розыгрыш. Вот так. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну и ща будет шоу. Тёрдёт только этот рычаг. Теперь наш соседушка стал Электро. Электро-сосед. Ну чем мне новый суперзлодей? Надо будет отправить этого Марвел, вот такую идею. Может, сделает. О! Наша сынушка уже почувствовал себя грязным магом. Ну и два заключающих пранка. Один из них заставит нашего соседушку опозориться. Ну а второй... испачкаться еще раз. Смотрите, как я умею. Хорошо яйца разбивать свою голову. Но яйца в свою голову соседушка разбивать точно умеет. И сейчас он зажжет салют. А он с кетчупом. С
сосиска под кетчупом. Вкусное блюдо, наверное. Ну, я бы его есть точно не стал. Хе. Все, выходим. Чайчик у вас опять закипел. Вот. Ну, я надеюсь, как обычно, то, что у вас чайчик тоже уже закипел, поскольку я это видео опять же выкладываю утром. Так что я сейчас тоже пойду пить чай. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. И больше даже посмотреть мое предыдущее видео по этой игре. Оно будет где-то здесь, в углу экрана. Всем удачи и пока-пока.